zi pregătesc mai mult de 100 de feluri de mâncare, originale datorită condimentelor, printre care pasta de ardei roșu. Она отличается тем, что она острая. Всегда присутствует острый перец, всегда присутствует чеснок, обычный перец, настоящее натуральное мясо ягнёнка, конечно, брынза. Pe masa de sărbătoare la Găgăuzi se regăsește neapărat caurma din carne de miel, o tocană tradițională care poate fi considerată o atracție turistică. Cebrița, cebriț, da, pe care nu stai în canțe, ce nevoie vă mogă. În general, găgăuzii prepară din carne de miel o mulțime de bucate. Avem curban bulguru, из ягнёнка мяса и печёнки из внутренностей в печке. Это тоже по особой технологии готовится очень долго, но это бесподобное блюдо курбан бульгуру. Его готовят, когда идёт человек, делал раньше на Василии, когда на новый дом. Brutăria ocupă un loc aparte în bucătăria găgăuzilor. Ghezlemea și câvârma sunt carte de vizită. Такое ghezlemea никто не готовит, потому что она очень тяжело готовится. Это свежее раскатывает тесто для женщины. Перед тем, как вы заказали, вы ждете 15-20. И четырьмя слоями она ее готовит и жарит. И вот такое ghezlemea можно кушать только у мамы и у бабушки дома. Și ce fel de masă fără desert? Из тыквы мы готовим очень красивые кабаклы. Мы фаршируем наши орехи, они всегда есть.